перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем помахаю, всем. Здорово. О, Витяйчик, здорово. Саламуля, пацанва, с вами Забэ, расклад на раз-два. В Калите, это что? Приветики. Здравствуйте, Виктор. Арсенал, конечно. Айза, прости, пожалуйста. Ой, я знаю кого-то с Харькова. Пару пацанов. Да, треки. Да, треки часто выходят. Я думаю, послезавтра, может быть, постараюсь выложить. Приветики. Всем помахаю. Из Дагестана это серьезные приветы прилетают. Ай, запросил тебя. Не знаю, что на уме у нее. Ой, Атлетика забьет сейчас. Ой, убрал, пробил, выше. Ну, конечно, стебался, чего мне перед ней извиняться, она же это... Немножко с ума сошла, я еще и чем бы дитё не тешилась, лишь бы цари не выдвигалась. Да, Арсенал, Атлетика. Тут Арсенал никак не забьет, правда. Приветики. О, в Крыму, кстати, мост открывают, да, скоро? Эфир матча. Почему? Мне кажется, задержка идет через трансляцию. Марк, там мост открывают у вас уже или что? У меня 44, 51, 52. Не ставлю. В финале ЛЕ, Арсенал, Марсель. Что скажешь про Рому? Ну, не отыграются. Ну, он возьмет на прощание, да, и уедет Зенит тренировать. Или Спартак. Ничего себе, 46. Ты что, в Англии там у тебя 46? Я не знаю, на телевизоре на матч, что я смотрю. Ух, не забил. Что с прической оброс, что-то немножко. За полтораху проезд, типа, или что? Приветики, приветики, приветики. 10 секунд задержка инсты. Здравствуйте. Когда батл? С кем? Беларусь, ну выше у тебя там побыстрее доходит. Да зайдите в паблик, там два новых трека вот вышли за неделю. Чекните там, что есть. Здравствуйте, Виктор. Смотря что для вас в ближайшее время. И вам привет. Батл с Тиной будет? Будет. Куда денется-то он? Че
Че у нас сайзы и советы любовь? О, Диего Коста, вот это мразота, конечно. Вот это мразота. Смотрите. Вот она, мразота главное. Так вот. Не, не хотелось никогда. В Твери был. О, это легендарная история, как мы были в Твери. А, Реал или Бавария? Ну, что значит выиграет ЛЧ? Кто-то из них точно не выиграет, но я думал это. Думаю, Ливерпуль тоже может выиграть ЛЧ. Спасибо большое про альбом. А что, скажите, за что удалили этих всех чудаков? Симеона и этого, Сральку? Я что-то упустил. Сральку-то за что? Да не хотел Розеньку удалять, мне так с ним норм живется. Сделай батл за мам, если не батлился уже. Павлон, блядь, что за петух? Жаль, варап из рэп ушел. Как сам? Норм, Красногорск, и... Семен сидит, что-то сказал. Ну что, по делу, да, там красный? Если по делу, то это... Салах или Месси? Ну, Салах сейчас точно. Да Месси уже старый. Не Айзе, не Ван Лав. Федук Ван Лав. Ну, когда-то должно случиться, что они закончатся. Лучший в рэпе, по моему мнению, тот самый Коля с треком «Человек яйца». Как ты к вокзалке относишься, блядь? У Витяна спросите. Витян, как ты к вокзалке относишься? Вань, когда хайпить будешь? Не знаю. В июле, я думаю. Не, братик, я с райцентра. Поломойка. Что означает пугай на руке? Это, блядь, пингвин, если вот так смотреть. Видал новый клип Фары, да. Жалко, что тёлка утонула в этой штуке. Витян, ну это респект. Привет, привет. Батл, когда будет? Посмотрим. Фитов не планируется, с кем-то планируется. Как тебе Сане? Ну, уголечек такой. О, наконец-то уебок пришел с шуткой про забытый текст. Респект. Как тебе ATL и Локдог? Локдог мой любимый рэпер. Где-то наравне с Никитой Алфавитом. Да, Галат нормально заебал. Там клиента. Лариса Ивановна бедная ходила по школе потом. Да я делаю, что-то вы зайдите в группу-то, чекните, треки есть. Как тебе клип Маркула? Ужасно не понравилось. С кем батл? Юран, братик, это не про тебя. Кто круче, топор или раут? Да, блядь, ну оба мне не нравится. Ну, не знаю, вообще раута никогда не мог слушать, потому что если выбирать из них, то топор. Как тебе крылья у Лочи очень понравилось? Лариса Ивановна еще жертва, ты охуела, она всех переживет. Ты обычный рэпер, я отличный рэпер. Что думаешь про батл КПСС и Соболева? Ну, Слава... Да не знаю, что, блядь, они там на одной стене снимали клип себе. Говнор Айцетр, сейчас я немножко переехал. Смотрю, да. Я, блядь, не доводил ее, она сама себя довела до ручки уже. С топором бы забатлился, нет, его убили уже, мои друзья. Как к Кобле относишься? Никак. Не с женским полом, а с женским взрослым полом. Вот это надо подчеркнуть. Придешь ли ты на версию или нарвать на битах? Нарвать на битах, посмотрим, там что-то без вора придется идти, вроде как закончил с батлами. Немножко это на пару километров. Будут ли батлы на версии? В ближайшее время точно нет. Гуф прикалывает. Судя по сторис, да, мне нравится. Где будешь в выходные? В выходные не знаю, в рабочий день буду магазин открывать в Красногорске. О, братик, ты с Красногорска. Ты знаешь, что магазин открывается в Красногорске? В парке 2. Со шмотками крутыми. В
15.00, приходи. Напиши мне ВКонтакте, я тебе напишу, что кого где. У меня есть кореша из Липецка. Слушаешь руноунеймов, ну, смотря каких. Не знаю. У Алфа нет рака. Реванш на битах. Да не, Кала слишком сильный на битах. Да и чё, блядь, нам с ним батлить? Ну, а чё на царей, как бы, блядь, свергаем в Ставрополь? Да приедем, везде приедем. Просто сейчас-то чё, не время сейчас. С чем ехать, не с чем ехать. Надо, чтобы это всё круто было, а не так, чтобы просто галочку поставить, чтобы надо, чтобы все довольны остались. Внуково. Не, а я чё в Питер не часто езжу? Как относишься к ноунейм? Ну, там что-то про меня Айзу говорит. Про меня Айзу уже, блядь, по Фрейду. Про меня Тину говорил. Ну, мне нравится, как он наваливает. А чё наваливает, он я не слушал. Как тебе шок? Никак. Нравился, потом что-то перестал. Ну, если там у Никиты рака нет, то можно. Да в курсе, что с Никитой. Сижив, блядь, вернется скоро. Когда батл с Тиной? Скоро. Надо в Ставрополе. Окей. Верус когда? Никогда. Ну, в ближайшее время точно нет. Будет рядом лишь Шерло, да. Я как-то был, блядь, в Твери. Блядь, Миша, это, по-моему, ты же и есть, да? Нет, я не знаю. Я был как в Твери с таким концертом, что вообще пиздец. Гоукила, как тебе? Ну, неплохо, Наваль, Киргиз. Да приеду в Крым, конечно. Я вот тут в Иркутск собираюсь. Я не слушал альбом No Name. Я видел, что он вышел, но я не слушал. Я не заканчиваю журфак МГУ. А ты не в антихайпе? Не, я снял футболку. Не слушал трек Окси с Мразом, не слушал трек Окси с Локи Мином. Спасибо. Это я сам стрикси. Где батл? Ту лысого спросите. Да, ну, пока не знаю. Я знаю где, но пока не могу говорить. За батл ресторатор, да? Ну, зачем? Блять, если раз доебался, значит все. Значит, блять, как говорится, раз доебался, доебешься второй раз. Слушал трек «Царя Шока». О, он вышел, да, точно. Там скоро класс еще вернется. Но нет, я не слышал. Ну, пиши мне как-нибудь там ссылку, я это, может, вытащу. Амера послушал. Что? Амера? Ди Слава слышу, да. Ди Слава, как обычно, прикольный. Слава, ты не рупор, ты флюгер там. Как тебе много знал, мне нравится. Пускай презирается мне-то, что поделать, я переживу это как-то. Ди Соболева говно. Чё спросить, как на Дисти Лекса? Ты чё, по Мегабон ещё разглядел, что тебя не слышно? Сайз помирился? Нет. Не простил меня. Когда-нибудь буду нарвать на битах? Я думаю, мне нравится очень формат. Как домино относится? К какому? Да к обоим хорошо. Одного слушал все время, а с вторым вот познакомился недавно, и вообще очень крутой стасон. Окси лучший рэпер России? Нет. Лучший рэпер России тот самый Коля. Хватит. И вот точку тут поставим. Айза отреагировал на трек. Да, что-то там написал в Твиттере, что не обижался на меня никогда. Понятно. Что-то мы там еще потом снимали на пятнице. Какое-то интервью я там давал. Не знаю, вышла эта штука или нет. Говорили, выйдет, но пока нету ее. Кто лучший рэпер России? Конечно же, Джубили. Леша, который выпустил топ-5 батл рэперов на данный момент. Похоронил. Слава КПСС. Эль. Смоки Мо. И Тах. Спасибо. Че Бабану? А Бабан, говорят, умер. Ну, по-моему, не умер. Наверное, нет. Петя Байкер подостанем, не забудем. Воропаева надо достать. Что, кого достать? Хорошо, достану Петю Байкера. Как Джонни относишься? К какому, Джонни Браво или Джонни Боя? Кто лучше рэпера? Синий хуесос, блять. Ну, извини, список сразу сужается.
А как тебе версия Гуф Птах, блядь, да ужас. Ужас не потому, что они не умеют там писать панчи, батлить, а потому что я, как, блядь, очень такой преданный поклонник группы Центр, и сколько я там был на концертах, и когда я узнал, что будет батл, мне было очень интересно, потому что я мог узнать какую-то новую информацию про почему они разошлись, прайзу, может быть, из-за нее все-таки. Вот, а они не сказали ничего, кроме того, что Гуф, блядь, собаке письку давал целовать, и то, что у него сын второй есть, которого, оказывается, нет. О, есть история про сына, я, кстати, знаю про Гуф, сын Айзер сказал нам там на «Голосе улиц», но пока никому не расскажу. Хуярный дис на Ларина, да я Ларина там смотрю, что его диси-то, зачем? На фильм «Тренер» ходил? Нет, боюсь, что это очень плохое кино. Но говорят, что хорошее, кстати, но кто-то говорит, а кто-то говорит, что ужас по сравнению с «Движением вверх» и с этим, с «Легендой 17». А кто не давал? Кто не давал что? Что, Витян? Блин, братик, я упустил. Джонни Крид, при чем здесь? Ждешь «Мстители»? Нет, не люблю фильм по комиксам. СД же вроде писал в Твиттере, что Бабан умер, с этого началось все. Мне нравятся больше батлы, без бита, наверное, мне больше нравится. Но так мало качественных осталось. Последнее, что мне понравилось, это Энди Картрайт и Рамирес. Вот, но до этого мне очень много ничего не нравилось, очень долго. Как относишься к батл Бамблби? Прикольно, Дэн, здорово. Марсель забивает, твой прогноз сыграл. Да изи. Апшеронск это где? Первый раз слышу. «Движение вверх» хуйня. Собаки полезать. А кто не давал собаке полезать? Я разобрался, Витян, спасибо. Я не давал, понимаешь? Начнем с этого. Слушал альбом «Тетасион» и как тебе? Нет, не слушал. Соболев гнойный, что думаешь, Слава? Почему ты забываешь текст? Потому что ты задаешь глупые вопросы. Лучший батл, по твоему мнению. Блин, я какое-то время кайфовал, пиздец, с полуфинала Букера и Корифея. Очень мне нравилось, но потом перестал нравиться. Ты и Джонни Квит. Джонни Квит, братик мой. Джонни Бой вернется, как думаешь? Ну, когда-нибудь вернется, просто его же там сколько звали возвращаться, а он нет. ФБ4 вообще очень не нравится. Гостримы игровые, да изи. Завтра буду фифу стримить. Блин, здесь висел паблик мой, где я буду фифу стримить, но никогда не узнаете. Почему еще он пропал? Кого запад слушаешь вообще? Север, восток, юг, запад. Запад это слева, значит, никого. Вань, будет фит совладать? Нет. Запада? Да ничего не слушаю запада. Ну, как бы, что-нибудь там выборочно нет, у кого я могу заслушивать. Прямо на стол. Что думаешь по поводу РКН? Нам на радио нельзя ругаться на... Я вот на радио работаю, кто знает. Веду там всякие эфиры. Нам там нельзя говорить. Ой, в доту изи вообще. В доту, блядь, даже не связывайся со мной. Ваня, какой логин в PSN? Не буду говорить, меня с ума сведете. Я как-то дал свой в Стиме аккаунт. Мне, блядь, дарили всякое говно. Джубили Запад. Если Джубили Запад, то тоже никого не слушаю. А тур будет? Когда-нибудь будет. А что у тебя еще спросить? Спроси что-нибудь. Здравствуйте. Кизяк и гангстер. Ич. Да. Лично гол гулять. Гол. Дубили хуй пир. Когда в Украине будешь? А я не знаю. Я там это, в Крым собрался. Можно мне потом на Украину будет? Как ты относишься к Украине? Как? Нормально отношусь. Как чем-нибудь? Как и ко всему. Фрезеровщик в эфире. Вы что, знаете вообще фрезеровщика Витяна? Какие проблемы есть? Он разберется сейчас быстренько. Витян, а ну-ка это, нажми там, чтобы я мог с тобой в эфир выйти. А у меня, наверное, не получится. У меня лагает почему-то эта фигня. Будущий гастролю по миру Витю возьмешь, но только если он не будет там, знаешь, типа приваривать всякую технику, я буду ломать ее, он будет это... все чинить. Пацанский флек слушал? Слушал. Я не могу. Понятно. Ты выйдешь во двор. А ты во дворе у меня, что ли? Твоя песня выпускаю, очень жду. Да я же вот выпустил недавно, две уже прям. И что, я еще могу выпустить? Мне это у меня лежит много. Давайте я буду это.
Здравствуйте. Интересно, вы угадаете, куда я еду в этот уикенд? Давайте все подумаем, куда эта бара не едет. Я крекеры ем. А фьюз там не ешь? Как тебе трек жанра шок? Не слушал. В Беларусь думаешь приехать? В Минск мы как-то собирались ехать играть в покер. Но, слава богу, меня это упасло. Чё пиздь же? Да чё, блядь, душе твоей угодно? За кого топишь? Где? По жизни? За Спартак? Смотришь футбол? Смотришь? В сральку удалили. Мой ник, как тебе? ЛГБТ-сообщество, блядь, поддерживаю? Нет. Что у тебя с армией? У меня... Я бы сходил за военником, так ткнул его бы и сказал, что все хорошо. Сколько родин у тебя на лице? Не знаю, можешь сосчитать. Вилка в глаз или в букера раз. Да, возьму букера копченого и срублю вилки толченые, блядь. Блин, я вот знал бы это, кто с кем разговаривал, может, вышел бы. Ты по жизни на моем диване. О, зашли бандиты, все Никитос, Жикон, братья, салют, Gold Street Music, салют, бро, как ты, живем, Покажи люстру. А чё люстра? Вон, смотри, какая. Главное, чтобы не свалились. Поехали. Боже, Арсенал храни. Дай ему сил. На каком районе живешь? На самом ответственном. Покажи киску. Хуел, что ли, блядь? Киска спрятана. Чё-чё, Власов, М1-1. Я подмотаю, сейчас гляну, что ты писал. Какой счет, блядь? Посмотри. Помнишь 5-2 СПБ? Что это такое? Не помню. 5-2 СПБ, 5-2 СПБ. Что на радио? Я буду в субботу на радио. На радио 21 Studio, мы там, вот, я, Пох, Райти, тусуемся там постоянно. Терепс, норм, Батлер, норм. Не знаю, почему. У меня, видите, кепка какая. Я, блядь, с этот нахуй. Знаете, кто? На даче копаю сейчас грядки. Здравствуйте. 5-2 свинок наказали. Ох, господи, блядь. Это тот. Бомжи подъехали, я понял. Илья Шершнев говорит, знает себя. Я не знаю никакого Ильи Шершнева. Знаю Ярослава Шершнева и Олега Шершнева. 5-2. Ты чё вспомнил-то, господи? 5-2. Ебать Спартак, ебать Зенит. Блядь, что там? За кого ты сейчас будешь? Локомотив какой-то домашний. Ужас. Меня, Витяныч, не умирай, пожалуйста. Когда на стадию? Альбом когда? Да, Никитос, зайду скоро. Альбом скоро. Какой альбом? Альбом пока не скоро. Альбом к летом. Фейс охуенный рэпер. Почему он ебет и почему жопы? Может позволить себе, так мама разрешила, поэтому так делает. О, Динамо, вот это да, вот это да. Худший батл на Версусе. Все забыли, все думают, что это план Трайтрау, но худший батл на Версусе это батл, где батлил Рокки Ракета. Блять, Рокки Ракета, вообще знаете, кто это такой? Я не знаю. Мой лучший батл против Драга. Нет, против Галата. Нет. Против Терепса. Че на телеке идет? Арсенал Атлетик. Ладно. Пойду футбол смотреть. Буду почаще выходить в трансляшки. Атлетика, конечно, никуда вперед. Арсенал это выиграет. Памп треки выпускает, шмотки. Памп, блядь, живой. Пип умер. Нахуй ты так говоришь. Против он стартовый лучший. Блядь. Лох, долбоеб. Давай еще накинь. Накинь оскорбление. Уебок. Сука. Пошел нахуй. Спасибо. Все. Треки, треки, треки. Я футбольный хулиган. Моя жизнь сплошной обман. Будет мерч. Ебой. Yeah,